Вот про такой инструмент я расскажу тебе в этом видео, а еще будет конкурс. Всем привет! Много интересного и нужного инструмента придумали в Китае. Он будет полезен не только для дома, но даже и в больших мастерских. И то, что я сегодня для вас подобрал, мне показалось очень интересным. Думаю, некоторый инструмент и вас удивит. Смотрите ролик полностью и узнаете условия конкурса. Приятного просмотра! Деревообрабатывающий ленточный пильный станок является многорезцовым режущим инструментом и предназначенный для распилывания таких материалов, как древесина, металл и так далее, с помощью замкнутой гибкой стальной ленты с зубьями. Эта лента надевается на шкивы, с помощью которых и проводится в движение. Различные продольные, поперечные и косые пропилы делаются с помощью ленточных пил. Еще на ней возможно фигурное выпиливание. Напряжение 220 вольт, потребляемая мощность 550 ватт. Гидравлический съемник подшипников. Спецустройство для полуавтоматического снятия или посадки подшипников посредством гидравлической тяги. Гидравлический съемник подшипников состоит из гидравлической гайки, внутренняя полость которой давит на специальный поршень, передающий это усилие на монтируемую или демонтируемую деталь. Данный съемник применяется для снятия подшипников ступицы колес различных марок и моделей автомобилей, а также как съемник для шкивов и подшипников. Применение гидравлических съемников необходимо при выполнении или монтажа-демонтажа подшипников крупногабаритных и грузовых автомобилей, ну и не только. А спонсор этой подборки мой второй канал Easy Master. У меня есть небольшая мастерская, и я в ней делаю классные и нужные самоделки, восстанавливаю старый и необычный инструмент, а также делаю крутые эксперименты. Уверен, вам ролики понравятся. Подписывайтесь на мой канал и пишите свое мнение про мои работы в гараже. Ссылка на канал Easy Master есть в описании. Милости прошу. Многофункциональный пароочиститель разработан именно для того, чтобы скомпенсировать недостатки традиционного метода очистки. Он может широко использоваться дома, в офисе, больницах, автосервисах, лаборатории и ресторане для создания чистой и здоровой атмосферы на рабочем месте и в домашней обстановке. Пароочистителю не нужны чистящие химические средства, достаточно обычной водопроводной воды, которую он быстро испаряет внутри своего корпуса и выпрыскивает под высоким давлением через выпускное отверстие в виде высокотемпературного пара. Он может чистить предметы непосредственно паровой струей и уничтожать такие бациллы, как калиформ и сальмонелла, выпрыскиваемым высокотемпературным паром. И, что более важно, аппарат не вызывает вторичного заряжения, так что его можно назвать устройством, реально отвечающим требованиям защиты окружающей среды. Царские наборы инструментов для дома WorkPro 408PS включает в себя большинство инструментов повседневного использования, в том числе плоскогубцы, отвертки, шестигранные ключи, гаечные ключи, головки, биты, рулетку, нож, молоток, инструмент для зачистки проводов и так далее. Он идеально подходит для всех проектов по сборке, техническому обслуживанию и ремонту дома или в мастерской, а также является прекрасным подарком для любителей и домашних работников. Инструменты удобно размещены в прочном алюминиевом корпусе с тремя ящиками. Это позволяет хранить инструменты в порядке и легко переносить их для работы. Размер 50 на 27 на 35. Хромованадиевые кованые инструменты для прочности и долговечности. Полированная хромированная отделка для защиты от коррозии. Ручной инструмент высокого качества соответствует международным стандартам. Метрическая треугольная линейка. Для измерения и построения чертежей используется она в деревообработке, металлообработке и легкой промышленности. Есть 7-дюймовая и 12-дюймовая. Уверен, что мастерской многим пригодится. Ручной резак для гипсокартона из нержавеющей стали и с мерной шкалой. Двойная рукоятка более эргономична, делает резку безопасной, трудоемкой, удобной и комфортной. Ручка из ABS пластика свободно регулируется от 20 мм до 600 мм. Используется с обычными сегментными лезвиями 18 мм, которые быстро и просто устанавливаются в резак. Производитель рекомендует толщину лезвий 0,6 мм. По сравнению с другими гипсовыми режущими машинами, представленными на рынке, здесь используются 4 практичных, точных, плавных и бесшумных подшипника с длительным сроком службы, позволяя выполнять быструю, точную и безопасную задачу резки. Вы сэкономите много времени и энергии.
Аппарат ручной лазерной сварки с оптоволоконными лазерными излучателями. Новейшая разработка в области сварочных технологий, пришедшая на смену аргонодуговой сварке, используется при сварке таких металлов, как нержавеющая сталь, железо, алюминий, ну и множество других металлов. Характеризируется большой глубиной сварки и прочностью сварных швов, подходит для сварки любой сложности. Установка для лазерной сварки генерирует излучение в импульсном и непрерывном режимах. Технология включает в себя точечные и шовные сварные соединения. Для шовного применяется непрерывный режим генерации или импульсный с перекрытием. Для точечного только импульсный. Аппарат очень крутой, но и денег стоит немалых. Бесконтактный индикатор напряжения используется для бесконтактной индикации наличия напряжения переменного тока в пределах 12 и 1000 вольт с частотой 50-60 Гц. Также может использоваться для выявления перебитых проводов. Корпус индикатора полностью выполнен из пластика и является безопасным. Корпус индикатора имеет стыкообразную форму и клипсу, что позволяет носить его в кармане рубашки, спецодежды или сумки для инструментов. Этот детектор будет отличной заменой морально устаревшей индикаторной отвертки. Для использования детектора нужно поднести его щуп к источнику переменного тока. Щуп защищен куполом из ABS-пластика. Если интенсивность электрического поля достаточна, прибор начнет издавать звуковой сигнал, светодиодная индикация начнет мигать, а на дисплее гистограмма начнет заполняться барами. Чем чаще интенсивность звукового сигнала, мигание светодиодной индикации и чем больше баров на дисплее, тем выше интенсивность электрического поля. Идеальный инструмент для проклейки ленты на швы гипсокартона. Указанное оборудование идеально подходит как для скрепления ровных швов, так и для работы с углами. Количество и слой шпаклевки измеряется оператором с помощью регулятора. Удобство работы заключается в том, что лента огибает шпаклевочную массу и тянет ее за собой, не давая разливаться и формировать пузырьки. Устройство гарантирует наличие на бумаге всегда свежего слоя шпаклевочной массы, что не позволяет бумаге отслаиваться при ее высыхании. Для отличного прикрепления ленты к гипсокартону на устройстве предусмотрены прижимные ролики. Конструкция включает в себя регулятор толщины слоя, который выдавливается на ленту. Держатель катушки ленты оснащен регулятором торможения, чтобы при работе бумага не разматывалась. А еще продуманная конструкция способна выдавливать ленту со шпаклевочной массой в разных направлениях, снизу вверх и сверху вниз. Профессиональная машина для выравнивания с вибрацией и переноски плитки. Специально разработана для манипуляций и подъема плитки с шероховатой поверхностью или с небольшим рельефом. Не оставляет пятен на плитке. Используется для переноски и установки напольной и настенной плитки, что значительно повышает эффективность работы. Это устройство 2 в 1, присоска и мини-вибратор. Предназначено для уплотнения основания и удаления воздуха из-под плитки во время укладки. Это обеспечивает идеальную адгезию плитки к полу или стене. Небольшой размер и легкий вес делает данный инструмент очень удобным в использовании. Постоянная и равномерно распределенная вибрация позволяет не повредить плиту, даже если в ней были выполнены отверстия или разрезы больших размеров. Насадка-заклепочник на дрель или шуруповерт облегчает выполнение работ по установке стальных и алюминиевых заклепок. Возможность реверсивной работы шуруповерта или дрели нужна для извлечения ножки заклепки. Хвостовик-насадка имеет шестигранную форму и зажимается в патроне шуруповерта или дрели. В комплект поставки входят наконечники для вытяжных заклепок. Один из наконечников установлен в насадку, а остальные три штуки вкручены в корпус гаечного ключа, который служит для их установки в насадку. При выполнении работы по монтажу вытяжных заклепок нужно не забывать о извлечении ножек от заклепок из насадки. Несоблюдение этого правила может привести к поломке инструмента. Гидроструйная насадка для керхера. Это комплект для удаления ржавчины, строй краски и строй загрязнений при помощи абразивного средства. Подойдет для бытовых аппаратов высокого давления Керхер от К2 до К7. Данная насадка удаляет загрязнение песком и водой с помощью аппарата высокого давления. Мощность достаточная для эффективной очистки. Поликристаллические солнечные элементы отлично подойдут для сборки панели самодельных солнечных батарей. В комплект входит 10 высокоэффективных солнечных элементов, каждый из которых при хорошем освещении может достигать мощности до 4 Вт и выдавать напряжение в 0,5 Вольта. Максимальная сила тока 8,2 Ампера. Самодельную солнечную батарею можно использовать на даче или за городом, как источник питания для зарядки ноутбука или телефона. Также с их помощью можно организовать уличное освещение дачного участка.
высоковольтный преобразователь. Этот компактный цилиндрический преобразователь способен выдавать до 400 кВт. Его можно взять за основу шокового устройства для отпугивания собак или людей. Также на основе этого модуля возможно создание компактной электронной зажигалки, которые сейчас очень популярны. Этот повышающий преобразователь способен пробивать до 20 мм воздуха, что, согласитесь, немало. Потребление тока достаточно велико, может доходить до нескольких ампер, так что запаситесь мощным источником энергии. Набор для восстановления резьбы поможет вам без особого труда восстановить внутреннюю метрическую резьбу в таких ситуациях, когда рассверлить отверстие и нарезать новое резьбовое отверстие большого диаметра не представляется возможным. Такое приспособление куда более выгодно в сравнении с наборами, представленными на российском рынке, так как цены на фирменные аналоги значительно выше, что, судя по отзывам, далеко не всегда оправдано качеством инструмента. Кроме того, в случае, если резьбовые вставки закончатся, вы также без труда сможете их приобрести на AliExpress. А вот и конкурс. Приз 300 рублей на вебмани или на мобильный. Условия очень простые. Это подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какие каналы с самоделками вы смотрите, какие ваши любимые. И подписывайтесь на мой второй канал с самоделками, Easy Master, я буду вам признателен. Уже скоро я буду проводить стримы с розыгрышами призов, так что жмите на колокольчик, чтобы не пропустить их. Спасибо вам за просмотр, хорошего вам вечера и увидимся!